Всем добрый вечер, мои лапочки. Ровно неделю я работала, замоталась на работе. И, конечно, начали страдать мои животные, цветы, орхидеи. Потому что не получали должного внимания, должного ухода, любви и заботы. Первым, что опало, это мое денежное дерево. Оно поскидывало все листочки. Ну, сейчас уже начала наращивать потихонечку, но такое было первый раз за все это время. Потом орхидейки у меня, они уже отцвели, нужна подкормка. Я подкормку не давала и водички поила их редко на этой неделе, получается, тоже листики опустили. Дальше рассадила я рыбку отдельно и черепашки отмыла домик. Почему рассадила? Потому что стала смотреть, что стали погибать улитки ампулярии. Сперва я подумала, что может быть им корма не хватает. Но вы не поверите, мои солнышки, корма-то им как раз таки хватало. А их начала поедать Лоли. Моя вот эта вот рыбка, петушок агрессивная. Лоля. Вот. И получается, как я это все определила? Когда стала менять аквариум, рассаживать, с ней посадила улиток. Она одной откусила усик, а другой откусила голову, прям при мне. И вот 5 трупиков лежало около нее, то есть 5 умерших улиток. Я сперва подумала, что они умирают из-за состава воды, либо нехватки питания. Ну как-то нехватки питания, если я им постоянно огурчики запариваю, кормлю. Потом корм натуральный даю. И курочку, и сырую рыбку они с пола, ну, с дна аквариума все подбирают. Здесь вот Оля стала лакомиться, скажем так, чистым белком. Начала просто убивать этих улиток. И вот сегодня она при мне убила 6-ю улитку. Пока я все это меняла, она аккуратненько к ней подплыла и откусила ей, получается, хоботок. А может быть даже пол головы, потому что та улитка упала намертво. И больше уже все не вылазила. А когда ее вытащила, она была мертва. Вот так вот. Ну вот, что значит, когда мы вдаряемся в работу. У нас сразу происходит дома хаос. Потому что нельзя полностью уходить с головой в работу. Нужно уметь совмещать дом обязательно, тем более если вы держите домашних животных, если у вас дома детки. Когда вы уходите с головой в работу, все начинают страдать, потому что всем нужно внимание и контроль. Ну вот, смотрите, моя хорошая, тяпка пересаженная, бедная, сидит, ждет, когда я его посажу в его аквариум. Улиток сюда перенесла от Лоли подальше, которые у меня остались в живых. Вот, поменяла водичку. Водичка сейчас отстаивается, нагревается под лампой, и я тяпу буду пересаживать. Сегодня еще подстригла коготки своей кошки Шанет, потому что она уже стала цепляться за все, ходить. То есть кошкам обязательно нужно раз в неделю остричь коготки, чтобы они не зацеплялись, потому что им очень больно, когда они зацепляются за ковры, еще за что-то, не могут отцепиться. Вот. Ну, вот такие вот новости, мои хорошие. То бишь, генерально сегодня все мыло. И вот у меня орхидейка, которая никак не может у меня восстановиться уже полгода. Вот она, моя хорошая. Вот сегодня я буду ее пересаживать. Она дала, видите, сколько получается корешков. Мне нужно посадить ее в закрытую систему. Тоже до нее времени не хватало. То есть получается, вот неделя, да, за неделю я могла очень много успеть сделать. Пришлось все это делать сегодня, скажем так, вот на своих выходных, чтобы все привести должным образом в порядок. Так что, мои лапочки, это видео посвящено нам, труженикам, трудоголикам. Умудряйтесь совмещать работу обязательно с домом, обязательно со своим любимым хобби. И спорт я забросила,
Вот эти уже 3 недели я никак не могу выйти на спорт, потому что мне просто не хватает физически энергии. Вот. С работы я возвращаюсь, иду домой 5 километров. То есть получается, компенсирую спорт именно вот такой ходьбой. Ну, еще умудряюсь вам записывать видео по пути. Вот. Без спорта мне, конечно, плохо, так как я профессиональный тренер. Мне уже надо начать тренироваться. Ну, как говорится, работа тоже требовала серьезного внимания и изучения определенной программы, вот, чтобы начать плодотворно работать. Поэтому, мои солнышки, вот рассказываю все изменения, которые вот произошли за неделю, пока меня не было дома. Ой, ну жалко, конечно, моих улиток ампуляри. Не ожидала я от Лоли. Никогда у меня ни феникс, ни золотой улитками не лакомились. Всегда дружно с ними жили, всегда их любили, на них спали. И тут надо же, у меня единственная рыбка-петушок, который остался живых, они все умерли. Сперва у меня феникс умер, я вам рассказывала, в ракушку залез, потом золотой ни с того ни с сего просто умер. Вот как-то так получилось резко. Ему стало плохо, он умер. Я даже не знаю, что за причина. Потому что и кушал, и плавал, и радовался. Вот прям за один день это произошло. И получается, у меня осталась одна Лоли, улитки. Вот. Черепашка. И все. И больше я рыб, мои хорошие, не планирую заводить. Тем более петушков, таких агрессивных, территориальных, которые любят только себя, свою территорию, свой дом, ни с кем не уживаются, сами с собой не уживаются, со своими сородичами, ну, еще вот наносят вред не только самим себе, но еще и другим живым существам. Так что вот такое видео для вас записала. Всех люблю, целую и до встречи на моем канале.